29 января 1895 года родился скульптор Георгий Нерода, автор композиции на крыше Краевого театра драмы. Изваяние было установлено в 1973 году. Главные персонажи – рабочий и работница, второстепенные – греческий бог Аполлон и муза Мельпомена. По авторскому замыслу фигуры приглашают народ посетить мир искусства. 29 января 1932 года в Барнауле на стадионе «Динамо» прошел хоккейный матч. Играли сборные Барнаула и Новосибирска. Гости победили со счетом 12-2. На следующий день на том же катке новосибирцы сразились с командой клуба железнодорожников и вновь выиграли. На этот раз 10-0. 29 января 1934 года в Барнаульском городском театре состоялся концерт тенора Петра Словцова. За исключительный по силе тембр и бархатное звучание голоса его называли «сибирским соловьем». В Барнауле Петр Словцов заболел ангиной. Вернувшись домой в Красноярск, в феврале этого же года певец скончался.